Итак, легко и непринужденно в дружеской обстановке прошла презентация нового кулинарного шоу на телеканале АТВ «Жуй с ним». Кстати, он – это известный КВНщик Михаил Козлов. С момента создания этой телепередачи до сегодняшнего дня прошло немного времени, однако почти все гости вечера уже успели сформировать свое мнение о проекте. Я впервые нахожусь на презентации какой-то передачи вообще, в принципе. «Жуй с ним» я посмотрел, пилотный выпуск, и очень смеялся. Это, наверное, первая передача, где готовят еду. А причем она нестандартная, где не просто люди общаются, спрашивают там о жизни и так далее, а при этом еще присутствуют какие-то шуточки, да. И все это смотреть очень интересно. Живая музыка, веселые конкурсы и шведский стол не давали гостям скучать ни на минуту. Естественно, что не обошла стороной презентация и другие проекты нашей телекомпании. Люблю, что информация объективна, очень такие скандальные новости. И еще люблю смотреть «Середину земли». От лица компании «Кухонь Место» мы хотим пожелать дальнейшего развития, творческих успехов. Ну и всем смотреть передачу «Жуй с ним». Желаю телеканалу АТВ процветания, расти, расширяться, работать многими компаниями нашего города, Монголии, Читы, и быть краше и сильнее. Проект «Жуй с ним» только набирает обороты. Методом проб и ошибок продюсеры стремятся сделать передачу интереснее от выпуска к выпуску. Сейчас к эфиру готовится третья серия кулинарного шоу. Марина Непомнящих, Вячеслав Батоев, «Первая альтернативная».